Маленькому Нарту Гамге всего 3 года, и большую часть жизни он только и делает, что борется со страшной болезнью. Год назад у малыша поднялась температура, было лето, все грешили на кишечную инфекцию. Так сказали и в Абхазии, и позже в России, когда лечение на родине результатов не дало. Уже позже выяснилось, что диагноз, к сожалению, ошибочный. Тошнагаз анализ, говорит, бригаргает, охоти еще кашуб. Нас я ахсоз. А вот хваш как-нибудь, хорошо, да, девочки, наши, разные. Я Аллаги, Аллад, он. Да, что я хоть сбежал, отхаман, хагачургана, что карт, отхаман, хадуклы. Карт, да, гид. Того было увик, интернет, а вот хабшай, и хату клиника ему. Убрихай засен, я хплан, хармани, рыбаница, хадхаман, дрманицит. Ва ири андиштан жуевимш. Харимам тарте да хоча винага. Таман хайде тараха вина. А уха харимам говоршет, а аши жена аши это шаалат, что это убыст алит, и шора штыцит да был не царадалаг. Нас хайзастера врач за андештаз карт. Ус хайхет тфюман шай, Сергей Спиц хравит, а больница об, а клиника Яшвили, онкология убрахмег андештахцот, зиге проверка убри арцот, убри харихот полностью, полностью диагноз. А за кушай завхает, это хаман амиду хановы. Сентября прошлого года мальчик находится в клинике, ему уже провели 2 курса химиотерапии. Сейчас проводят 3-й курс, но из-за пандемии клиника не может приобрести необходимое лекарство эрвиназа, благодаря которому Нарт смог бы выздороветь. Уже отчаявшись, семья Гамге обратилась в фонд Ашана за помощью. Агарта мачхиди маншалам куй алит. Нас ха ус хазбит. Агрия шана ацхра арафунда шана хай он. Харит зала бир ха хаб ха хнизан фина хаша. Суха хин зама хфит ха витр хан яхо виран за напал арган. Убриям я пикарей жуб. Ярахшу. Ах дары из фигюб. А пачка же хуцерок топ. 5000 евро я псоп. Обря пачка же. 5 штук топ, 5000 евро я псоп. Виза возможность. Шерешила взял хобат и бот. Я хамама возможность. Я ара. Я хортхар хама за мыски шуксыка юнец. А запхахас из мая ахич дебаница кухартоп. Хатым дзагу. Хсот хавит, хсот хавит. Абри хажуб и хама зиги-зиги хнах цехит. Анфина хаша кандага катачари кун хоз. Ярлы шозала. Хорочку казе зирган. Убри ходжик ахияр ходит. Уй анивсе на. Афинткара арган ахелаги. Йогу зина цхара ара артахи. Ита уп харас ход. А цхара ара угони хазит узиги. Из хосхава я хел гранза, а берта варм чала айра хажу, арги хамас хтиита нахерах, и не сирхран. Убис и псей курхо хаман айра хажу, а бр яхш куик хазу брти мазер. Хуцера ги тахо бубри, нагзани айцар, наса хочи харимам куткапса, талот хан обещани харту. Данный препарат не зарегистрирован в России, поэтому Ашан начала поиски в странах Европы. Поиски увенчались успехом. Фонду удалось найти его в Германии и заказать. Лекарство очень дорогое. 1 ампула стоит почти 1000 евро. Для полного курса лечения мальчику необходимо 5 ампул. Общая сумма ампул вместе с переносной сумкой-холодильником составляет 495 266 рублей или 5 952 евро. Сейчас. Сегодня в наших руках жизнь маленького человека. Я призываю каждого гражданина нашей страны помочь заболевшему ребенку Нарту Гамге со страшным диагнозом
И проявить милосердие должен каждый. И вклады не имеют значения. Сегодня важен каждый рубль, когда каждая минута ребенка на счету. И именно сегодня, объединившись, мы должны помочь. Сейчас мальчик вместе с родителями в клинике, и он очень ждет нашей помощи. Несмотря на экономический кризис, эпидемию и много других проблем, трехлетний ребенок хочет и должен жить. Элеонора Гилоян, Абаза ТВ.